Я очень благодарна тебе за то, что ты есть в моей жизни и поддерживаешь себя в трудную минуту. Надеюсь, что все наши счастливые дальнейшие моменты мы также будем разделять на двоих. Never understood what love was until I took the hand of the Lord above us. And then you caught flame like a wildfire. You came running to my life and you light up the dark, but I can't see how you belong to a boy like me. How you belong to a boy like me. Now I have learned that you're not perfect, and that sometimes the one you love can burn you. It's just a fool that's looking backwards. A bitter heart turns the love we made to ashes. A bitter heart turns the lover we made to ashes. You caught flame like a wildfire. When I'm with you, I'm so alive. And you light up the dark, but I can't see how you belong to a boy like me. How you belong to a boy like me. When you love someone, they're gonna hurt you. Love someone, they're gonna burn you. But don't let that burn you down. Cause you caught flame like a wildfire. When I'm with you, I'm so alive. And you light up the dark, but I can't see how you belong to a boy like me. Да, Елена, впереди молодых ожидается первая семейная ночь. Конкретные советы жениху с невестой в первую семейную ночь. Что делать, с чего начинать? Поехали. Первое что? Ой, поверьте моему опыту, выспаться. Так, выспаться, что еще? Проснуться, попить кофе, заняться сексом. Все, спасибо, это была Елена. Все, спасибо. Первая брачная ночь? Семейная, да, брачная. Ага. Ты что, кастрюлю не помыла? Иди сюда. Ты что, не помыла кастрюлю? Грязной сковородой размотаю по кухне. Я представляю себе так семейную жизнь. Жениху с невестой первую семейную ночь. Первое что? Первое с чего? Так, первое это, ну пусть будет любовь. Ну, можно там бутылочка, там шампанского, там, да? Игра в бутылочку, в смысле? Нет. А. Это так вот. А где будут? Ну да, а не, ну можно, конечно, что-нибудь еще придумать. Чего? А я стесняюсь. Смотрите, вот же невеста такая, я дам гора, фу-чу-чу. Жених такой, я что так устал спать. Что делать невесте с женихом, если он сливается с праздника? Не, ну как-то поддерживать, подбадривать. Ну как? Ну как, включи там музыку, я вечу гей мне там, приспустить что-то, подбодрить. Это было так давно? Это была Тамара Алексеевна, спасибо. С клуба, наверное. С клуба? Ну, сходили в клуб, пришли домой, дальше что? Ну, я думаю, автопари. Автопари? Сходили в клуб, автопари, пришли домой, дальше что? Ну, наверное, пора детей делать. Для молодых, они тебя посмотрят и ничего не поймут. Эти молодые еще знают больше нас. Неправда. Правда? Неправда. Это вы их плохо не слушайте ее, да? Что конкретно они знают? Прекратите задавать мне такие вопросы. Поехали. Пришли домой. Что дальше? Включили свет. Включили свет. Дальше. А можно не включать? Не включаем свет. Не включаем. Жесткая Юля вообще. Не включаем. Зажигаем свечи. Свечи. Дальше. Шампанское. Шампанское. Так. Обязательно шампанское. Так. Лепестки роз. Так. И луна с поцелуями.
Кто? Луна с поцелуями. Луна. Не могу сказать. Чем? Поцеловать. Так. В объятия. Раздеть. А уже там все договорятся. А там все пойдет само собой. Кто договорится с чем, не понял? Он и она. Первый раздеться. Разделись. Так, дальше. Помыться. Помылись. Отлично. Так. Чай. Чай. Обсуждение. Так, обсудили. Деньги посчитали. Посчитали. Легли. Легли? Подушки сбили. Че? Подушки сбили. Подушки сбили? Секс. Брачная ночь. Любовь. Нежность. А, все. Это был Илья. У вас был опыт? Да спать они будут. Это всегда так. Ну, я не знаю, я не замужем, но мне рассказывали. Что вам рассказывали? Что спят они всегда, никакого секса. Чего? Это же родители смотрели. Да. Я посоветовал бы, знаете, Сергею, это куда пойдет репортаж? Видео, им репортаж. А, им репортаж. Тогда у меня первые мысли сразу отбрасываются. Быть нежным, аккуратным. Как ты это умеешь. На камеру говорить. Полномерно, поэтапно ко всему подойти. Сергей, будь мужиком. Не могу. Вот пришли, не считаем деньги. Дальше что? Жених в туалет сходил, что дальше? Ну, если бы я был, конечно, его месте, я бы ее сразу завалил бы. Первый раз. А, первый раз. Ну, как берешь, нахуй, тычинку и в лепесточек, нахуй. Ну, или как там наоборот? Пестик. Пестик в лепесточек или в тычинку. А, пестик в тычинку. Короче, если не знаете, приходите, мы покажем и расскажем. Но это, как бы, тяжело, конечно, первый раз, все-таки мы вас понимаем. Тянуть.